Приветствую! В этом видео я покажу, как можно буквально в пару кликов, без рутправ и без ПК, выключить всю рекламу на Xiaomi. Для того, чтобы убрать всю рекламу не только в системе, но и в интернете, нам понадобится лишь одна утилита. Заходим в Google Play и ищем Quick Shortcut Maker. После установки заходим и находим настройки. Раскрываем и ищем в подписях Network Dashboard Activity. Нажимаем «Посмотреть». Внизу пункт «Частный DNS-сервер». Кликаем и выбираем имя хоста провайдера DNS и вписываем dns.adguard.com и жмем «Сохранить». После этого рекомендую перезагрузить телефон. После этого любая реклама будет блокироваться. Это самый простой способ избавиться от рекламы и в системе, и в интернете одновременно. Как говорится, убиваем двух зайцев одним выстрелом. Правда, реклама в YouTube все же проскакивает. Как избавиться от нее, я уже рассказывал. Ссылка на ролик в описании. Как видите, ничего подключать, удалять или устанавливать root не нужно. Тут поддержка нативная, на уровне системы. Правда, работает это все только с Android 9 и выше. Если хотите узнать, как убрать рекламу и удалить лишние приложения на более старых версиях Android, обязательно загляните в описание. С вас по стандарту лайк и подписка, коммент по желанию. Всем удачи и пока!